Есть такие находки, что когда поднимаешь что-то подобное, то радости просто полные штаны. Но потом понимаешь, что не знаешь, что с этим делать. Знаете, как говорят, выбросить жалко, а оставить банально стрёмно. Вот сегодня будут именно такие находки. Итак, парень копал в лесу, но лес был непростой. Больше 70 лет назад тут прошла война, а сейчас на том месте, где когда-то разрывались снаряды и погибали солдаты, березовая роща и птички поют. Наш герой уже когда-то рядом находил интересную находку. А ну посмотрите, кому на что похоже, признали? И вот этот сигнал копал с большим интересом и волнением. Да, зацепил находку прибором Expedeus. И вот, наконец-то он. Смотрите, эх, мечта многих коллекционеров и поисковиков. Мне похож на MP40, а вам? Или это все же 38-й? Да, для справки, MP3840 это пистолет-пулемет, разработанный Генрихом Фольмером. Это вот этот вот дядька, состоял на вооружении Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Поисковик чуток почистил находку, прям на месте, как всегда попозировал, пострелял, ну это понятно. И конечно же закопал все назад, и пока шел из лесу, то и место забыл, где это было. А вот что подняли парни совсем недавно в Харьковской области, лежал на глубине фискаря. Признали, да-да, это легендарный пистолет ТТ, но видно земля и время его не пощадили. Как бы там ни было, но находка просто мечта. Да, поисковики говорят, что закопали находку прямо на месте. А как вы считаете, что надо сделать вот таким вот подарком судьбы? Дело было в северном Лондоне. Недалеко от того места стояла до 1988 года королевская фабрика, которая производила стрелковое оружие. И начала она свою работу еще в далеком 1816 году. А делали там британские военные винтовки, мушкеты и мечи. Вот наш герой и надеялся найти вот такую вот военную старину. Но вот на такой нежданчик явно не рассчитывал. Понятно, что сразу лихорадочно спрятал в сумку. Что делать с такой находкой, он пока не придумал. Оружие очень похоже на пистолет-пулемет МАК-10. Ну, может быть, я ошибаюсь, кому на что похоже. Ну а вот про это видео что можете сказать, только смотрите внимательно. Парень как-то странно ищет, машет прибором как-то уж, ну как веником, и как будто знает куда идти, ну а может я просто придираюсь, завидую. И тут оп! Под камешком, как в кино, находит пистолет ТТ. Обратите внимание на сохран, как по мне похоже на чердачный, но явно не из земли. Хотя понятно, сори, он же из камней. Дальше понятно, что помыл, почистил, разобрал и все такое. Я вот подумал, наверное, оружие все-таки нашли, но в другом месте, или как? Дальше лучше, парни пытались даже пострелять где-то в гараже, но что-то пошло не так. Может быть, у вас есть какие мысли по данной находке, или кто-то чего-то заметил, как всегда? Как думаете, это правда или развод? Друзья, под данным видео есть ссылочка на мою страничку ВК, на Facebook и на мою небольшую группу. Заходите в гости, будем дружить. We'll be right back.